Но в чем дело? Уи Дабс, мне $20 должен. Уже 2 недели прошло. Как увидит меня, сразу удирает. Да? Как же он мне надоел. Может, шею ему намылить? Что с тобой? Сколько раз я тебе говорил, человека можно покалечить, но это ничего не решит. Он твой друг? Нет, я его терпеть не могу. Терпеть не можешь. Вот тебе и ответ. Всего за $20 ты от него избавился, так? Он больше тебя не побеспокоит, никогда не попросит денег. Считай, что дешево отделался, и забудь про эти деньги. Слушай, а ты прав? Нет. Будь я всегда прав, нет, сидел бы в тюрьме 10 лет.